«Под мирным небом». Выставка под таким названием открылась в Дальневосточном художественном музее в канун Дня Победы. На картинах участника войны Виктора Съедина нет ни военных баталий, ни сцены солдатской жизни, а только пейзажи и мирная жизнь. На открытии экспозиции побывали наши корреспонденты. Виктор Съедин пришел на открытие собственной выставки с дочерью и внучкой. Признается, что рисовать научился сам, без педагогов, еще в детстве, которое пришлось на военные годы. На песке, на доске, на стене. Если доска такая, что можно было нарисовать, рисовал, не отдавая себе отчет. Виктор Съедин родился на Украине. Когда началась война, он только закончил первый класс и уже 8 лет стал помогать подполью. Мальчик наблюдал за немцами, которые пришли в его село, а данные передавал партизанам. О военном времени художник вспоминать не любит. Это отразилось на его творчестве. В его картинах нет ни намека на присутствие боевых каких-то действий, что вот именно в нем уживаются, с одной стороны, военный, который все это видел, но с другой стороны, человек очень жизнелюбивый. Художник признается, что всегда носил с собой блокнот, чтобы в свободную минуту делать зарисовки по памяти. Заняться живописью серьезно Виктор Съедин смог только когда вышел в отставку, в 90-е годы. Но и тогда писал больше для души. Когда я была маленькая, мы ходили с дедушкой в гараж. У него был гараж, в котором не было автомобиля. Но были станки для изготовления подрамников. Он натягивал холст. Я думаю, что это своеобразная была такая медитация. Любимые темы для полотен – натюрморты и морские пейзажи. На картинах не только родные художнику места, но и дальневосточная природа. Увидеть выставку «Под мирным небом» хабаровчане смогут до 26 мая. Александра Романова, Екатерина Емец, Александр Шумихин, телеканал «Губерния».